добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я готовлю чевапчичи, или по-другому это мясные колбаски. И для этого понадобится фарш говяжий, лук, чеснок, соль, перец. Тут у меня уже смешанная красная сладкая паприка, острая паприка и хлопья чили. Еще потребуется паста айвар. Это как овощная икра из пережаренного или печеного перца баклажан. И понадобится растительное масло. Нарезаем мелко лук и чеснок. В сковороде разогреваем масло и выкладываем туда, обжариваем лук и чеснок. И обжариваем до мягкости. Теперь к луку добавляем паприку. Перемешиваем и обжариваем примерно полминутки, чтобы паприка отдала свой вкус. Через полминутки добавляем пасту айвар и оставшиеся специи и перемешиваем, обжариваем тоже в минутку, полминутки-минутку. Теперь это нужно остудить, прежде чем добавлять фарш. Остывшую массу добавляем к фаршу и хорошо-хорошо вымешиваем до однородности. Разогреваем масло и выкладываем, формируя такие колбаски, обжариваем с обоих сторон до готовности. И вот такие чевапчичи, мясные колбаски, у меня получились. Приятного всем аппетита!